Костариканцы решили доказать, что насекомое – это источник пищи. Тараканы в шоколаде, жуки в сахаре с подсолнечными семечками, ириски с личинками. Все эти блюда с любовью приготовлены студентами-биологами. Они утверждают, что использовали только отборных насекомых. Некоторые старания оценили. Никогда не ел такой вкусной ириски. Видимо, это благодаря тому, что она с тараканами и личинками. Биолог, организовавший эту выставку-дегустацию, утверждает, что в мире есть более 2000 съедобных видов насекомых. Ему непонятно, почему для европейцев такая еда является табу. Чтобы сломать этот стереотип, он решил предложить туристам такой необычный банкет. Отведать эти блюда можно только на месте, ведь перевозить через границу насекомых запрещено. Так что об этих лакомствах родные туристов узнают только по рассказам. Может, это и к лучшему? Фотохудожник, который не ловит момента, заглядывает в самую суть. В Юрмальском городском музее